Китай продолжает оккупацию Южно-Китайского моря, и на этот раз пытается захватить рифы Иракез и Отмель-Сабина, которые находятся в территориальных водах Филиппин. А данные районы богаты как нефтью, так и газом. 48 китайских кораблей были отправлены на захват этих областей. Филиппины же, которые не могут особо что-либо противопоставить Китаю, направили только наблюдательный самолет. Самолет-разведчик зафиксировал десятки китайских кораблей, большая часть которых являются рыболовными. Однако обманывать себя не стоит, на этих лодках вооруженные моряки. В то время, как множество рыболовных судов окружили риф Иракез, 3 корабля береговой охраны Китая и 2 корабля ВМС Народно-освободительной армии отправились на Отмель-Сабина. Филиппины очень обеспокоены таким большим скоплением китайских кораблей и призывают их покинуть район. Стоит отметить, что данные воды являются очень важными для Филиппин, так как обладают огромным потенциалом для энергетической безопасности и экономического роста страны. В ответ на тревожное присутствие китайских судов, готовится возможная подача дипломатического протеста, который касается защиты суверенитета и территориальных прав Филиппин в Западно-Филиппинском море. Как видно по карте, как риф Иракез, так и Отмель-Сабина находятся далеко от экономической зоны Китая, поэтому присутствие его кораблей здесь является неуместным. Неизвестно, будут ли Филиппины предпринимать какие-то более смелые шаги для защиты своего суверенитета, ведь их военные возможности сильно ограничены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.